зеркало вымазал меня? А? Кто ты зеркало мне вымазываешь? Я знаю, кто это делает. Это папа тебе подносит и специально зеркало вымазывает мне. Кто это у нас не спит? Кто-то поспал всего лишь 40 минут. Кто это у нас не спит? Кто это у нас? Тут опять за повара. Короче, мы поменялись немножко профилями. Вова у нас готовит кушать. А я ролики делаю. Свободное время. У нас опять кабачки. Сезон кабачков. И сегодня со спаржей. Ну, у нас закончился, теперь спаржа пошла в ход. Моноедение. Кабачковое. Кабачковое и яблочное. А что заморачиваться? Есть кабачки яблоки. Ну, и едим. Кабачки яблоки. Хорошо. Так, хотела посмотреть, что у нас в горшке. У нас вылез четвертый финик. И мы вчера купили мелиссы. Еще раз пачку купили. Хотим посадить сегодня 5. У нас попытка номер 2. Садить мелиссу, чтобы чаек пить. Что получится с этого раза? Ну. Что-то там, может, семена были плохие? Может быть, она нам сняла, помнишь, пачку солнца. Ну, уже да. Выцвела. Может быть, плохие, да. Жулик, 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 жулик. Пошел водичку пить. А может и нет. Но еды там нет, жулик. Так что вот так вот. Яблочко у нас еще, грушки добавляются, скажем, в нем. Мы их поедаем потихонечку. Вот так вот. Уже погулять сегодня сходили. Нагулялись. Ты какой-то темный. Что? Надо Арине щавель поставить. Она любит суп со щавля. Ну что? Пирог придет. А, пирог. Вова у нас каждый сейчас это пирог. Станет мастером по пирогам. Но пироги простые, всего из 2 ингредиентов. Сегодня будут кукурузно-яблочные. Да. Будем пробовать. А вчера был гречнево-яблочный. Но гречка зеленая. Гречка подержи, Артурчика. Гречка зеленая, да. А сегодня это кукуруза у нас еще осталась. Кукурузная мука. Кукуруза-яблочный будет. Вот будем пробовать. Ай, вы какие-то темные. Ой. Пока. Пока. Видишь, тебе тут девочка улыбается вот где-то тут на чехле. Пока. У нас тут папа учится кормить Артура. Сразу отнекивался. Нет, я не буду, я не умею. Что тут кормить вообще? Ложку в рот закладываешь и все. Да, Артурчик? Ну что, вкусненько тебе? В общем, персик сегодня купили. Такой сладкий, как варенье. Очень вкусный. Видите, как он ест? С удовольствием. Ну вот, а я буду щавель Арине варить, суп щавель. Она только у нас его любит. Эй, открывай рот. Какая же, да, там была, что я брала. На, катайся. Новая машинка у нашего Артурчика. Будет скоро у тебя автопарк, Артурчик. Нравится тебе? Нравится. Видишь, ему звуки нравятся. А он с той же большой не играет, а наши шутки звуки не знают. Тут тупик. Разворачивайся. Ну иди на пол, иди катай. А тут здесь гоняет на своей машине, как Шумахер. По всей квартире. Вот уже игрушка. Ну, нравятся ему звуки, видимо. Потому что у нас есть еще такая машина. Вот такая. Вот он с ней не играет, потому что она ничего не издает. Никаких звуков. Вот, а с этой играет. Прикольно.
Артурчик, покажи, как она гоняет. С прикольным звуком, да? А мы тут уже... Не-не-не, увидел. Мы тут уже с Вовой обедать собрались. Вот, и гоняет Шумахер. Сачка, что у тебя тут за игрушка? Это, кстати, Аринина заколка такая. И в темноте видно, что вот эти кончики светятся тоже. Вот тут прикольно. Кусачка, тут и Артур с ней игрался, и кусачка изъявила интерес. Она грызет ее. Кусака. Что? Ходила тут сзади за Артуром. Привет. Арина все ходила в музей. Да. Ну, музей... Ничего интересного. Ну, короче, да, музей ничего интересного. Я, кстати, не любила музеи, но я была в нескольких. Ура, два выходных. Ура, сегодня пятница. Аллилуйя, чуть дождалась. Надеюсь, все выходные будут интересны. Не знаю. Неизвестно. А вы знаете, сегодня вылез третий зуб сверху. Сегодня 14-е, вот 11-го вылез второй зуб. У него уже зубы. Вот. И через 3 дня вылез третий зубик. Ура! 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 Ай! Ай! За плечо Машу кусать, скажи. А теперь будет кусаться больно, то что у него зубики. Он уже, кстати, особо не кусается, насколько я. Да, он меня, кстати, уже несколько дней как не кусал. Не нападал на меня. Я буду кусать. Вот, так что вот такие новости. Вот. А мы будем обед, Арина... Ой, обед, говорю, мы будем обед. Ну, ямочки такие прикольные тут. Арина, короче, вовремя пришла со школы. Сварили ей щавлевый суп, вкусный она любит. Ням-ням. И Вовин пирог, еще халвишка у нас, тоже очень вкусная. Вот эти, с арахисом, по-моему. Так что вот так и смотрим. Новый фильм вышел, прикольный. Вот такой вот. Хватит щекотать, а то сейчас защекотится, а сама все будет щекотиться. Жулик нам идет. Артурчик, нам жулик идет. Ты видишь? Смотри, смотри, жулик идет. Смотри. Жулик, ты видишь, пришел? Смотри, жулик, да. Жулик пришел. Куда я взяла? Хотел сказать жулик. Жулик у нас поспал 2 часа, да. Артурчик у нас поспал 2,5 часа. И все успели отдохнуть, позаниматься своими делами. Кто-то играл, кто-то смотрел что-то, кто-то ел. И все прям соскучились по Артурчику. Да? Соскучились по тебе, малыш? А теперь малыша надо кормить. Посадил уже? А достал кость с этого када? Или там одна была? Одну достал. Все, наша Мелисса посажена. Вырвал еще 4 этих. А. 2 оставил. Смотри, какие длинные, ничего себе проросли. Ты их глубоко засунул, они еще под землей только были. Я 2 оставил, а 4 вырвал еще. Под землей у нас 6 были, было их даже не видно было. Это финики проросли, так ничего себе корешки. Да? Авокадо только один нашел. Может, один. Но на один я выкинула. У меня появилось у нас пополнение в семье. Домашний питомец. Отгадайте, пожалуйста, какой домашний питомец... Ты не говори. Какой домашний питомец появился у Арины? Вы ставьте на паузу и пишите в комментариях свои догадки. Ни за что не догадайтесь. Могу даже поспорить. Скажи только количество букв. Сейчас. 5 букв. Интересно будет послушать ваше мнение, потому что могу поспорить, что никто не отгадает этого домашнего питомца. А если кто-то угадает, то пускай еще напишет, какую кличку придумать. А кто нет, кто отгадает, тому Арина большой-большой привет передаст. Ага. В прямом эфире. Ну, не в прямом эфире, а в ролике. Угу. Ну, так вот. Вот это так. Очень классный питомец. Домашний питомец из 5 букв. Ну, а мы на сегодня все. Вот такая вот. А мы на сегодня все.